Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на развлекательном канале Игробар. У микрофона Дмитрий Кубанец, и мы продолжаем играть в игру GTA 5 на Xbox One. Вот смотрите, мы в прошлой миссии играли за Франклина, и сейчас играем за Франклина, но дело в том, что у Франклина сюжетных заданий сейчас не осталось. Есть только второстепенные, которые можно и нужно пройти на стримах. Зато есть синяя буква М у Майкла. Поэтому я предлагаю переключиться сейчас на Майкла и поехать на эту самую букву, которая обозначает сюжетную миссию. Так, Майкл где-то в машине едет. Это он про кого сейчас? Даже не знаю. Про Тревора. Поехали в буковке. Да, мы вплотную, кстати сказать, приближаемся к финалу. Хочу вас порадовать. Я думаю, еще эта серия, еще парочка, и мы полностью пройдем сюжет. Так что, как говорится, готовьтесь. Готовьтесь к финалу сюжета потихоньку. Но, разумеется, мир GTA 5 мы не покинем после окончания сюжета. Еще будут, конечно же, стримы, много стримов. Также будем продолжать онлайн. Ну и, в общем-то, уже не так много времени осталось до выхода на ПК. И когда выйдет на ПК, то, может быть, Серега пройдет еще и на ПК. Мы рассмотрим такую возможность. Вдруг на ПК добавят какие-то фишки, которых нет сейчас вот на Xbox One. Именно для самой игры, по сути. Ой, смотрите, какая прелесть, какой хороший мопсик. Вы только гляньте на эту сволочь, такой толстенький. И вот еще мопсик. Ой, какие замечательные мопсики. Офигеть, ребят. Класс. Так, наденьте парадный смокинг в Панзанбис перед тем, как идти, например, к катастрофы. Джимми, пап, скоро буду в Панзанбис, тачка есть, надень костюм покруче. Окей. Посмотрите, костюмы. Шикарные костюмы, все дела. Ну и смокинг куплен, но не одета. То есть он нам еще и бесплатно достался, да? Отлично. The producer does not drive himself to the premiere. Come on. Ну окей. Лимузин, мне это нравится. The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where you going with that? Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here! Which makes me a movie producer's kid! Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work! And I'm gonna get a sports car and a drug habit! Before appearing on Reality Rehab Show. And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle! Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. Джимми, конечно, отрывается по полной. We're actually like properly invited. V to the I to the B. Jimmy, read my neck rolls. Entitled. E-N-T. Titled. Cause I am. Jimmy. Oh, Pop, chill. I'm done spraying the shizzle. Let's take a drink.
Так, Девин звонит нам. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Да, что-то я не верю, что он нас простит. Вот, приехали, ребята, Вайнвуд, настоящий Вайнвуд, красная ковровая дорожка. Выходим и идем. Супер. На какие дурацкие короткие штанишки. Офигеть, ребята. Офигеть. Тут Лазлок. Thanks, Antonio. Keep me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it, Solomon. We fucking did it. Fucking A. Fuck you, Fate. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if, Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over She's here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question, get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much, I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay, all right, Jesus Christ. That was emotional, Stick, and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go, thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit, come on, shit, Dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Oh, God. Let's go, Jim. Come on. Явно там дома что-то творится не очень хорошее. Hold on. Where's Mom and Tracy? The girls are in danger. We gotta get to the house. Козел, у тебя целых 2 минуты, чтобы пожертвовать собой ради семьи. Вот гад. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit in the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. Ах, черт, козлы, ублюдки, твари. Стали тут. I would do anything to put you in danger. Shit. All right, okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. Да уйди ты с дороги, мудила. Зла не хватает. Shit, what's that car? All right, Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go get the girls. Be careful, Dad. Daddy's home, you pricks. Ух, нихера себе. I'm seriously gonna shoot you. Get your fucking hands off me. Good thing you fucking... Ай-яй-яй, чё? Она сдохла? Да как так? Почему-то не включилась способность Майкла, хотя я вроде нажимал. Может быть, неудачно? О, наконец. Теперь включилась.
Готов? You stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building. No. Давайте-ка вот этот дробовичок проверим. Очистите помещение от наемников Мэри Уэзер. Попробуем. Не в броне, поэтому с одного выстрела не убиваются с дробовика. Так, ну, все равно там Аманда что-то про ремонт говорила. Поэтому есть повод бросить гранату. Ай-яй-яй, грохнули Майкла. Да что ж такое-то, а? Чё ж так мне не везёт? Чё ж так такое-то делает? Совсем Майкл ватный какой-то. Дохнет эта баучиха. Так, давайте бросим гранатку. Теперь уже более удачно оказалось. А твою мать, ну куда ты поворачиваешься, Майкл, ну твою мать. Ну что ты творишь, а? Гори в аду, сволочь. Так он что, собирается обижать дом? Походу. Так, убейте бойцов Мэри Уэзер снаружи. Что-то они уже не очень-то и снаружи, я вижу. No one's gonna kill you. Daddy's got this. Давай, беги-ка сюда, беги. Ты чё, мышь? Так. Гроза жуткая. Один джип. Put the weapon down!
идите к своей семье. Окей. Смотрите, все пылает прямо. Гром. Дела. Ах ты тварь. Че, живой? Вы смотрите, ребят, какая сволочь. Вот черт. Вот это ни хрена себе. Опа. Ха-ха, сынок, ты не дремлет. С бульбулятором идет. Блин, торцел прям. So you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Да. Теперь полностью ясно, что Дэвин наш враг. Видимо, Дэвина придется устранять рано или поздно. Такой небольшой спойлер. Что в покое он явно не оставит Майкла. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Ага, ребята. Вот мы и вплотную приблизились к финальному величайшему ограблению. Ну что ж, давайте туда поедем, я думаю. Огромный куш. Да. Название соответствует, в общем-то. Так, это фальшивый Иисус, мы с ним беседовали. Уже. Так, вот, посмотрите все-таки, как хорошо выглядит игра. После дождя, смотрите, так, в общем, солнце пробивается сквозь тучи или туман, я не знаю, как назвать. В общем, отлично, просто освещение. На ПК, наверное, все будет еще лучше. Я имею в виду на мощных ПК, конечно же. На не очень мощных ПК явно хуже будет картинка. Опа! У нас есть шанс совершить хороший поступок, я думаю. Oh, stop! Or you got a big problem. А ну стоять! Готов. Давайте вернем 500 баксов владельцу. Погода нам эти 500 баксов не сделает, зато наша карма почистится. All yours. You rock, bro. See, this is what it's about. Community. Отлично. Вот, сделали доброе дело. Сразу на душе облегчало. Ну, продолжаем наш не слишком далекий путь. Из клуба, где начнется последнее ограбление. Вернее, не последнее ограбление, а подготовка к нему, скажем так. Amanda. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby.
I'm gonna take care of this. Давайте аккуратнее поставим машину. Кто сбил, интересно, наткнулся. Теперь я его сбил. Давайте зайдем внутрь. Так, охрана нас уже знает. Что там? Ой, открывается? Засранец. Так, знаете что, ребята? Я сохраню игру. И, наверное, будем прощаться. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если что-то не так, напишите в комментариях, чтобы я исправил свои ошибки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе последних новостей. И, кроме того, не забудьте подписаться на группу ВКонтакте сайта gta.com.ua. Это замечательная группа и замечательные сайты. Там и там вы сможете найти массу интересных вещей из мира GTA. С вами был Дмитрий Кубанец. Всем пока-пока.